грибы у нас выросли прям в газоне. По-моему, это опята. Вот один сорвала. Ой, вот прям такие уже хорошенькие. И вот, ого, сколько грибов. Вот опята. Прямо около дома. Видно, какая-то часть грибницы попала с землей. Пожалуйста. Сегодня у нас 31 октября. У нас грибы. Около дома. Тут и розочки растут еще. Грибочки. Ой, а здесь уже переросшие грибы. Целая семейка. Так вот. Интересно. Можно сказать, под ногами растут. Ты котик. Не, кошка. Хорошенький такой. Но я отъел собак. Раскормил меня, ну ты скажешь. Кашка. Фаршем. Да. Молодчок. Чё ты хочешь? Чё хочешь? Ой, не выспался. Не выспался. Ах ты. Да? И кусаешь меня, идёшь, да? Котик. Котён. Котён, а? Кто тут? Кто тут играется с укрывным материалом? Котик. О, хулиган. Ой, какой хулиганистый котик. Покушал и все. Можно беситься. Я хотела отрезать кусочек. А котик тут как тут. Котя. Помощничек. Иди-ка разберись-ка. Иди-ка вот сюда лучше иди. Иди зайди вот сюда. Иди играй. Иди играй сюда. Иди. Ну иди сюда играй. Я с этой стороны буду отрезать. Иди, иди. Иди. Кто там живет? Кто там живет? Кто там живет? Кто там прячется? Кто там прячется? Кто-то мышь, может быть, да. Может быть, мышки какие-то лазят. Невидимые, а? Кто-кто там? Котеночек. Пушистик. Пушистый звереныш. Все, будем укрывать. Котик не дает. Следить за процессом. Да. Тебе тоже накрыть? Тебе тоже укрыть? Какой ты любопытненький, а? Иди ты, господи. Иди.